как индексируются пенсии работающим пенсионерам. Какой пенсионный возраст установлен государством для жителей Крайнего Севера? Выйдет ли женщина с двумя детьми и северным стажем на пенсию в 50 лет? Заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по КОМИ Елена Шаталова сегодня в 8 вечера в программе «Личный прием». Смотрите в прямом эфире на Юргане. Мы ждем ваших вопросов.